карате или рукатан – японское боевое искусство, система защиты и нападений. В Успенском поселении по этому виду спорта турниры на главный трофей Куба головы проводятся уже не первый год. На этот раз он проходил в Ломоносовской школе. Занятия спортом в воспитании подрастающего поколения очень важны. Они развивают физическую подготовку, формируют характер и силу воли. На турнире юные каратисты старались показать все свои умения и бойцовские навыки, которые приобрели на начальном этапе подготовки. Хочу пожелать в этот день, чтобы он стал для вас запоминающимся, как один из этапов вашего спортивного развития. Сегодня выиграли все, и победители, и проиграющие. Спорт так устроен, что побеждает сильнейший. В течение дня было разыграно более 20 комплектов наград. Из-за обладания ими все участники проявили невероятную волю к победе. Самым лучшим каратистам глава сельского поселения Успенское вручил кубки и небольшие подарки. Энергичный, такой разнообразный, и в нем можно хорошо развить свою физическую силу. Для самозащиты, для соревнований. Сейчас, потому что как бы я с детства уже начал этим заниматься, я интересовался этим. Я выступал на соревнованиях, у меня были результаты, но когда достигаешь каких-то маленьких результатов, тебе хочется больше и больше. Именно поэтому я как бы занимаюсь. Показательные выступления младшей группы никого не оставили равнодушным, а самые старшие удивили высоким уровнем мастерства. Родители и дети остались довольны организацией соревнований, а традиционные пирожки и горячий чай стали отличным завершением спортивного праздника. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».